Все приклеил, теперь буду обшивать. 18 деталей спинка, точнее две спинки водительская и пассажирская, и 18 деталей сидушка водительская и пассажирская. Теперь, значит, берем самую дешманскую нитку, ту, которую не жалко, и пришиваем эко-кожу к поролону, потом все обрезаем. Вот, сколько заняло у меня процесс кроя, я вам сейчас скажу, ребята, больше 3 часов, наверное, 3,5 часа я накроил и приклеил к поролону. Так что имейте в виду, это процесс очень сложный и долгий. После того, как все удачно я обшил, теперь буду делать обрезание ненужного материала. Где-то материала вместе с поролоном, а где-то просто поролона. Почему получается так, ребят? Напомню, я кроил все по пассажирским сиденьям, пассажирскую спинку и пассажирскую сидушку. И, соответственно, крой зеркальный делал. Один обрезал по периметру, как положено, переворачивал и делал зеркальную деталь и обрезал специально, чтобы было, так сказать, с бахромой ткани, ну, с краем ткани, вот с таким неровным. Это чтобы потом отличить пассажирскую от водительскую. Вот. И пассажирские я все мечу, чтобы можно было, после того, как я все обрежу, чтобы можно было понимать. Вот видите, пассажирская помечена, водительская не обрезанная, не помечена. Вот, водительская не обрезанная, не помечена, пассажирская обрезанная, помечена. Вот, вот видите, помечена. Итак, все детали абсолютно. Значит, обрезаем все, по-моему, 18 деталей этих и 18 деталей этих. Итак, ребят, все обшито, все обрезано. Это что у нас? Это у нас спинки две передних, это две сидушки. И отдельно остановлюсь на центральных частях, ребят. Значит, в центральных частях, как вы видите, вшиты подогревы и в сидушку, и в спинку. Это вот непосредственно сидушечки, ребят. Вот, у них, значит, три утяжки. Утяжки сшиты вот в таким хитрым образом. То есть не от начала до конца, а сшиты вот от какой-то условной точки до условной точки. Нет, здесь не проходят провода. Они пришиты прям сквозь провода, ребят. Тут углеволокно внутри. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот углеволокно. И они вот сквозь них прошиты. Так что... Но работают. Так что это никак не нарушает работу подогревов. Вот, что мы делаем? Значит, будем имитировать то же самое, что и на оригинальном тканевом салоне. Сейчас я все эти утяжечки выпарываю. Как видите, они очень сложную конструкцию имеют. Они прошиты двойным швом. То есть, чтобы нам прошить двойным швом, надо сначала нам каждую утяжку распороть, вынуть вот эту центральную часть, разложить в обе стороны белого цвета утяжечку, потом двумя строчками отшить и потом каждую отдельно пришить вот этим швом. То есть представьте, на передних сиденьях, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 операций. Сколько это займет, ребят, сами подумайте, вот такой геморрой. Вот, но мы имитируем, нам сказали имитировать. И, соответственно, сейчас я отпарываю. Отпарываю утяжки, отпарываю, значит, подогревы и приклеиваю каждый к своей части. То есть переворачиваю и приклеиваю каждую деталь к своей детали. Но это вы не смотрите, это спинка, а там сидушка. То есть вот каждый подогрев я пришиваю, как он был у них пришит в оригинале. Утяжки я все вшил, средние. Ну, смотреть сейчас не на что пока. Значит, суть этой части видео, я собираю, начинаю, приступаю к сборке двух сидушек и, соответственно, двух спинок. Шить я буду все это комплектом, все четыре изделия одновременно буду шить, дабы ускорился процесс. Значит, поясняю, что я делаю первое. Первое, я сшиваю вот эти два куска, вшиваю их вместе. Потом, сейчас покажу, вшиваю туда вот такую утяжку.
по месту. Она у меня уже размечена, пометочкам вшиваю. Дальше сшиваю два вот этих конца и пришиваю по кругу. Делаю отстрочку. Дальше пришиваю, так, пришиваю заднюю часть, потому что, видите, да, надо перекрыть. И пришиваю крайние детали с одной стороны, соответственно, и пришиваю с другой стороны. И делаю двойную отстрочку. Так выглядит сидушечка. Последовательность шитья. Здесь будет маленький нюанс, ребят. Значит, утяжку я пришиваю отдельным швом в этом месте. Сразу не пытайтесь ее совать, и я не буду пытаться совать, потому что не получится. Все будет в складках. И здесь есть маленький нюанс, ребят. Вот эти швы можно шить, либо пришивать вот эту часть и идти здесь сверху машинкой, либо наоборот. Начинать вот с этого угла и идти пришивать вот по периметру, вот так, вот так, вот так. То есть, вот этот вариант в данном случае более правильный, второй. То есть, начинаем с этого угла и отстрачиваем по внутренности вот этого полукруга. Не делайте наоборот, объясню почему. Если будете делать наоборот, вот эти углы очень тяжело проходить, и на каждом углу вы будете пытаться сложить этот материал, то есть вы его будете офигенно тянуть, вот, и везде он у вас вытянется по-разному, вот, и большая вероятность, что у вас вот в этих местах будут большие складки, вот. А когда вы пришиваете, вот кладете эту часть снизу, а эту сверху, то вам очень просто проходить поворот. Вот видите, вот он сам ложится. Проходите поворот всегда полукруглую, всегда кладете сверху. То есть, если у вас центральная часть вот такая имеется в наличии, ее кладете сверху. И все детали с полукругами прошиваете по всей возможности, чтобы она всегда была сверху. Это минимизирует, ребят, складки вот в этом месте. Возможно, они будут. Дело в том, что посмотрите любое количество видео, посмотрите на любой салон, даже пока он еще, машина стоит в салоне, на... Сколько здесь таких углов? 1, 2, 3, 4. На каждом сидении по 4, 8. 1, 2, 3, 4, 8, 16. 16 таких поворотов в машине. Посмотрите, сколько будет, в каких поворотах сколько будет складок, ребята. Их не избежать. Вот. Это все убирается только методом паровой обработки. Обрабатывается паром. Если хотите посмотреть до тонкостей, как это делается, включите канал Discovery, например, как делаются сидения на Opel. Вот там очень четко показывают, как готовые сидения натягивают на деревянные чушки и помещают на некоторое время в парокамеры, а только потом надевают на сиденье. Поэтому все четко. А мы-то не можем в парокамеру поместить, поэтому мы сшиваем и потом обрабатываем парогенератором, чтобы как-то это все посадить на место. То есть завод, ателье – это ателье. Вот. Ну и забыл. Финальная часть у нас вот эта в сидении. И потом утяжечки по кругу. Ну, примерно такой же у спинки. Значит, сшиваю эту часть, пришиваю к этой части, переворачиваю, соответственно, вшиваю утяжечку. Следующим этапом можно вот эту пришить. Она у нас идет, видите, как отсюда и, соответственно, до сюда. Вшиваем нижнюю часть, потом сшиваем два конца, где подголовник вставляется, и пришиваем по кругу. По кругу пришиваем. Вот, делаем отсрочку в одну сторону. Вот, потом дальше следующий этап у нас — это зад. Зад тут тоже имеет тонкости, ребят. Сейчас я вам объясню, как шьют на заводе. Я когда распарывал, обратил внимание, как же они будут делать в таком мешке отстрочку, чтобы вот эта отстрочка двойная получилась. Здесь есть одна хитрость, сейчас я вам расскажу про нее. Ребят, извините, ролик технический, вот, так что кому не интересно, не смотрите. Значит, как они шьют? Вот видите, двойная отстрочка. На этом шве двойная отстрочка. С этой стороны и с этой стороны. Чтобы сделать отстрочку, они вот эти швы до конца на заводе не дошивают, а вот до сюда делают, сшивают, и вот здесь вот все болтается, здесь ничего нет, здесь дырка у них на заводе. А потом делают отстрочку, чтобы легче было подлезть к этому шву, а потом уже крайним швом дошивают вот эту дырку до конца.
Ну и потом утяжечка уже, вот здесь утяжечка по краю идет, потом утяжечки все это завершают. То есть, если вы сошьете спинку до конца, потом сделаете вот эту заднюю часть, пришьете к передней части и залезете в мешок с головой делать двойную отстрочку, у вас все будет кривое, ребят, не делайте. Дошили, отстрочили и закончили швы. И утяжечкой все закончили. Вот, так что вот такой процесс, ребят, покажу вам в таймлапсе, так сказать, в немножечко ускоренном виде, так что не скучайте или перемотайте вперед.